Розовый фламинго, дитя заката, розовый фламинго. А почему ты белый, а не розовый ты? А нифига, или может я дальтоник? Не, я не понимаю. Прикольно. Приветствую вас, земляне, с вами пришелец Саймон, и мы продолжаем смотреть с вами игры от Apple Arcade. И тут у нас вышла новая игрушка «Альба спасает природу», или по-английски она называется «Альба A Wildlife Adventure», то есть «Приключения в дикой природе». Я так понял, что это, возможно, какая-то вариация на тему Animal Crossing или что-то в этом роде, в которой я никогда не играл, потому что у меня не было никогда ни Nintendo, ни Nintendo Switch'а, только вон Dendy была старая. Она вот только что вышла на платформе, и я подумал, что давайте ее тоже посмотрим в рамках нашей рубрики «Почему бы и нет». Давайте новая игра. Ой, как громко здесь играет музыка. Тут у нас какая-то птичка, то ли сорока, то ли... не знаю. Не, на сороку не похоже, только по расцветке. Я, кстати, в птицах вообще не разбираюсь практически, несмотря на то, что мне приходилось сдавать биологию, но конкретно зоологию я не знаю. То есть ни птиц, ни зверей как-то особо. Так, переместить Альбу. А Альба это вот это, да? Ой, мышка. Ого. Так, уберись. Так. Ой, так она совсем мелкая, это что-то она ходит, знаете, как тоддлер, ну, то есть, как трехлетка, ну, даже младше. Так, ну-ка, давай купаться, давай ходить по воде, как Иисус. А, вон, это бабушка, да? Давайте поговорим с бабушкой. Альба, Амор, ты же любишь играть на пляже, правда? Амор, типа, любовь моя. Ой, оглянись, а вот и дедуля идет. Смотреть по сторонам мышью, да? Мышка тут немного... Сейчас. Секунду. Тут, кстати, почему-то курсора нет. В меню вообще невозможно делать какую-то навигацию. То есть вы хотите мне сказать, что здесь нет инверсии? Плохо. Да, я один из тех особенных... извращенцев, которые играют с инверсией мышки, которым это жизненно необходимо. Я понятия не имею, почему... О, а чё ты на жопу села? Пошли. О. Так, вперед, вверх, вниз, ага. Сегодня в заповеднике просто чудесно. Кругом природа. Неудивительно, что Альбе здесь так нравится. Дайте-ка я вас сфотографирую вместе. Ну давай, сфотографируй. Угу. Да вот, мы с бабушкой. У бабушки какой-то совершенно безумный взгляд. Так смотрит, как будто хочет сожрать мою душу. Альба, красуня, ты сфотографируешь теперь меня с твоей бабулей. Подойди ко мне, используй мой телефон. В смысле телефон, а фотоаппарат ты мне что, не доверишь? Так, первая фотография. Так, новое задание — взять у дедули телефон. Так, тут у нас жизнь в дикой природе. Может, мы с птичками как-то сможем поболтать, я не знаю. Нет, они убегают, смотри, улетают от меня. Так. А можно как-то перейти сюда, нет? Ладно. На этот листочек я хотел нажать. Вот так, Альба. Пожалуйста, не урони его. Ага, телефон. И чё нам с ним делать? Просто направь на нас телефон и нажми на кнопочку. А Альба... не... попробуй уместить нас, бабули, на фотографии. А наша Альба что-нибудь сможет осмысленно ответить, нет? А как я... Мне на что нажимать-то? А, на двойку, вот. Это, получается, цифры, ясно. Ну, так пойдет. Вот так, вот так. Я вообще-то не так фоткал. Вы меня, конечно, извините, но я не дебил. Не надо строить из меня кого попало.
Там рысь какая-то, кажется, да? Ки, смотрите на фотографии. На, по-испански они говорят. Ки, это что? Это же пиренейская рысь. Да, я угадал, это рысь. Офигеть, с моими-то знаниями в зоологии офигительными. Тут наши заповедники. Королева леса. Какое прекрасное создание. Первая фотография Альбы. Господи. То и диалогов не прописали этой Альбе, теперь еще и написали имя с маленькой буквы. Господи. Какая эйджистская игра нас ждет, я чувствую. Ладно, это все шутки. Дедуля, королева леса и бабуля. У нас впереди еще не одно чудесное лето с любовью, дедуля и бабуля. А, это типа мы родителям записку отправили. Ага. Вы помогли Альбе сделать первую фотографию. 10 лет спустя, утро понедельника. Ух ты, интересно. О, Устну, а Устна, по-моему, называется студия, Устна Геймс. Устна Геймс представляет. Так, солнечный бар, вижу, написано. Так, ну, наша Альба не особо изменилась. Bienvenida, Альба. А это добро пожаловать, да, по-моему? Мы так рады, что ты приехала к нам на недельку. Очень рады, и не забудь, суббота будет городской праздник. Ты рада? Так, кивнуть, покачать головой. А словами ответить не хочешь? А, вот так мы управляем, ясно. Прикольно, кстати, я еще не видел никакой игры, чтобы можно было жестами как-то управлять, знаете, или там помахать вот вручную с помощью мышки, или там головы покачать. Прикольно сделано. Я узнал, что ты обрадуешься. Не переживай, в этот раз мы не будем просить тебя станцевать с нами. По крайней мере, не перед всем городом. Городок, кстати, красивый, на Майами чем-то вот напоминает, или, ну или этот, Вайс-Сити. Ты, наверное, проголодалась с дороги. Давай-ка отпразднуем твой приезд обедом на острове Ла-Рокета. Лодка-то Ла-Рокета скоро отправится, дети едут бесплатно. Блин, я не умею озвучивать старческие голоса, уж извините. Почему-то не получается они у меня особо. Что-то мы рановато, паэлья еще не готова. Опа, паэлья вкусная штука, я ее один раз ел. Прогуляйся по острову, а мы с дедулей пока отдохнем. Постой, хочу ты забыл. У меня есть для тебя подарок. Справочник дикой природы. О, спасибо. Средиземноморская фауна. Животный мир Средиземноморья. Средиземноморья. Твою мать. В этом справочнике есть все дикие звери, которых можно увидеть в округе. Помнишь пиренейскую рысь? Пиренейскую рысь? Ну да, мы ее фотографировали. Каким-то непонятным фигом ее сфоткали. Да, помню. Я знал, что ты вспомнишь. Я бы хотел пойти и поискать ее с тобой на этой неделе. Но, к сожалению, они практически вымерли. Дедуля прав, сейчас их не найти. Но ты можешь увидеть дельфинов. А теперь иди прогуляйся, мы напишем тебе, когда обед будет готов. Угу. Исследовать Ла-Рокету. Так. Ферри фугас. Блин, давай поплаваем. Умеешь плавать? А, кстати, она прыгать может, нет? А, единичка. О, список дел. Ага. Ну, промотать мы ничего никуда не можем. Так, закрываем. Четвертое. О, справочник можем почитать. Гия де Кампо де Ла. Это, я не понимаю, это имя или что? Так, второе издание. Я просто давно когда-то учил это все дело. Так, пляж, ферма, лес. Господи ж ты. Так, а. Так, сокол Элеоноры. Ну, о, мы можем вот так управлять. Прикольно. Можем сделать ее фотографию. Ох ты, можем нажимать на пробел и прослушивать, как кричит вот эта штука. Тут, блин, штука, вот эта птица, господи. Дельфин-белобочка.
Ну-ка, ты... ты как у нас будешь разговаривать? Ух ты! Прикольно! Как-то он так делает. Не, по-моему, даже каждый раз по-разному. Блин, угарно. Зачем ты вышла? Я еще хочу почитать. Так, редкий, да? Так, хохлатый баклан. Так, а, вот тут 8 животных мы можем найти. Так, что же... Ай-яй-яй. Так, где она? Вот она. Так, Z. Вот. Ферма, город, всего 62. То есть в каждом по разным видам животных. Так. Ух ты. Розовый фламинго, дитя заката, розовый фламинго. А почему ты белый, а не розовый ты? А нифига, или может я дальтоник? Не, я не понимаю. Прикольно. Ой. Блин, я вообще в обычной жизни достаточно равнодушен к животным. То есть у меня домашних животных никогда не было. И кошек, и вот у меня, например, бабушка вообще терпеть не может. Альба, да! Угу. Ты вернулась! Это я, Агнес, твоя лучшая подруга. Ты по мне скучала? Ну, конечно, скучала. Прошел уже год, я считала. Пойдем, я покажу тебе тут все. Угу. Так, странно. Вот нам... Ага, пойти с Агнес за паэлей. Нам игра написала, что у нас... Опа. Прошло 10 лет. Но ей тут, наверное, где-то 9. Это сколько лет тогда было, что она в... Новорожденная, что ли, умудрилась там сфоткать? Киса, я хочу кису. Киса, иди сюда. Киса. Или кто ты? Или... Киса. Кс-кс-кс-кс-кс. Киса, иди сюда. А тут у меня телефон-то есть? Или там фотик какой-нибудь? Нет, мы можем только на задание пойти. Блин, какие-то ушки круглые. Это, наверное, какой-то то ли леопардик, то ли кто. О, с какой-то девушкой, вдупляющей в телефон, можем поговорить. Наталья. А, Наталья, Наталья. Еще один уровень, я пойду накрашивать стену. Нет, ладно, это не считается. Ладно, это не считается. Это что, Наташа Королева чуть-чуть не считается, да? Чуть-чуть не считается. На-на-на-да-да-да-да. А, вот у нас еще вон бабка с дедом тут стоят, фоткаются. А... Не хочешь прогуляться по острову, пока готовится обед? Мы, как обычно, не мы, как рыбы, ничего не отвечаем. Так. Обед еще не готов. Повеселись, пока мы ждем. Бар эн ла руина. Бар на руине, типа. Специалидад де ла каса паэлья. Так, паэлья, тортилья, да. Паэлья с лепешкой. А, это типа особое блюдо дня, наверное, написано, что-то такое. Ух ты, это вот... Вот так она выглядит? Ну да, похоже немного. Ну понятно, графика тут такая. Не в каком-нибудь недавно вышедшем киберпанке. Но выглядит все равно аппетитно. Пепе, смотри, кто вернулся! Альба, ты так выросла за год. Мы пойдем гулять по острову, вернемся потом. А почему Пепе? Ну, это типа не отец твой, а кто это? Отчим, брат, дядя, не знаю. Просто Пепе это имя, то есть это не папа по-испански, нет. Угу. То есть будем где-то бегать. Опа, мы что-то можем взять. Спасательный круг. Это мы типа его взяли, или что это значит? Птичка. Ну-ка, может, что-то еще здесь можем поисследовать? Потому что что сразу так уходить? О, официанта можем позвать, да? А, это радио. Нет, я учил это дело сколько...
8 лет назад, поэтому я сейчас уже ни черта не помню. Ну, короче, тут у нас всякая музычка, там, какие-то трансляции. О, прикольно. Это уже даже что-то такое восточное. Ладно, побежали. Блин, так. Неудобно мне играть без инверсии. А, это мы мусор выкидываем, собираем. Господи, за какую мы играем хорошую девочку? О, и мусорное ведро нас за это полюбило, за то, что мы его накормили, наверное. Или оно лайк поставило. Вы тоже лайк ставьте там. Он даже какое-то мусорное ведро ставит лайк, а вы-то круче, вы... Вам-то это тем более под силу. Ладно. Это, наверное, был самый стыдный байт на лайк вообще из возможных. Еще... Это что, это кастет какой-то? Или что это такое лежит? Так, давайте бежим за Агнес на пляж. Белка! Белка! Они в универе у нас, вот в первом универе, где я учился, много белок было, бегало. И сейчас, вот я в аспирантуре учусь, тоже много было белок. Белки. Белка. Так. Ля Рокета. Кстати, прикольно сделано. Вот, ну, действительно, руина, это так и переводится, руина. Потому что вот тут такие исторические развалины, прикольные колонны. Так. Ну и зачем ты меня привела сюда? Так. А это ты не хочешь поднять и положить себе в рюкзак, чтобы потом выбросить? Нет? Этот срач пусть остается здесь. Ну, смотри. Хотя, с другой стороны, хороший для всех не будешь. Эти древние руины будто совсем сломаны. Одно из моих любимых мест. Опа. Какая-то зверушка закричала. Постой, что это за шум? А, ух ты, какая птица прикольная, как будто с леопардовыми крыльями. Интересно, какая красавица. О, дельфина на берег выбросила, господи, блин. О нет, смотри, там дельфина выбросила на берег. Ой, у меня бабушка и мама, они и сестра, они все очень любят дельфинов. Пойдем скорее на пляж, мы должны помочь дельфину. Мы с родителями были в Сочи лет 7 где-то назад, ходили в дельфинарий, и мама вообще была в полнейшем восторге. А, это дальше вниз надо идти, да? Да что я все вот... Курсора не видно, я не знаю почему. Может, это в настройках все-таки есть? Нету. Нет, это, конечно, сделано очень странно. Ну, возможно, вот потому что, ну, по-моему, все игры, они сделаны не только вот для компьютеров macOS, на котором сейчас я играю, но и для айфонов. И, видать, в первую очередь, все-таки для айфонов это заточено. Ну, потому что айфоны как-то более часто покупают, чем компьютеры Mac. Он плачет. Дельфин запутался в сетях, скорее, мы должны спасти его. Я надеюсь, это детская игра, там 4+ было написано. Какой тяжелый, тут нужны еще люди. Так что я надеюсь, он не помрет у нас, а, с тобой, Агнес. Я распутаю сеть, а ты позови кого-нибудь на помощь. Ага, мы-то позовем, и он только головой кивать и мотать, блин, умеем. Найти людей, чтобы спасти дельфина. Где-нибудь, может, на пляже поблизости есть? Так, у нас тут чайки орут. Вон у нас какой-то барбекю что-то там жарит. О, какой красный, загоревший. Давай. Дельфин, на берегу. Ни слова больше, я встречу тебя на пляже. А, тут 6 человек нужно найти. Господи, у нас есть время этим заниматься, блин. Ну ладно, это, я так понимаю, нам в карму плюсик. Интересно, эта игра получается сюжетная? Наверное, здесь концовка какая-то есть, тоже хорошая, плохая. Дельфин? Уже бегу, паэлья подождет. Найти людей еще. Так, ты давай теперь. Дельфина выбросил на берег, пере. Конечно, я помогу. Угу.
Так, а вы пойдете, бабуля, дедуля? Дельфина выбросила на берег, пойдем. Я забыл, как озвучивать. Собери всех круг, чтобы распределить вес. Дельфины очень тяжелые. Угу. Так, 5. И вот эту еще, да. Которая сидит тут в Инстаграме, там смотрит, наверное, что-то. Операция по спасению дельфина? Я проведу прямую трансляцию. Прямую трансляцию? Ты что, совсем дура? Я тебя сейчас в море утоплю. Ох уж это поколение тиктокеров, мать ее, блин. Дельфин тут подыхает, а она трансляцию устраивать собралась. Ай, потерянное поколение, блин. Ладно. Не буду вести себя как грязный эйджист. Сам это дело не люблю. Альба, тут уже много народа. Давай передвинем дельфина. Ну, давайте передвинем. Так. Все уже здесь, Альба. Давай поможем дельфину. И я маленькая девочка, 12 или скольких там лет. Вы чего стоите, как истуканы, блин? Что, я должна его поднимать, блин? Собственно, пока Альба вот не подойдет и сама не воздействует, никто и не пернет, блин, ни пальцем не пошевелит. Мне кажется, что там мелковато. Ладно. Ну, хоть как-то освободили. Вива, вы с Агнес спасли этому дельфину жизнь. Смотри-ка, дельфин говорит вам спасибо. Какой прекрасный кадр может получиться. Так, еще одна фоточка в коллекции. Альба, подруга, я поняла. Наше предназначение. Приготовьтесь, а то вы сейчас упадете. Готовы? Лига Альбы и Агнес. Мы спасаем природу. И... LAMSP. Чего? Ладно, над названием еще надо подумать. Это аббревиатура, блин. Лига по спасению животных, да. Но наша цель от этого не изменится. Теперь природа будет под нашей защитой. У нас все получится. Угу. Девочки создают Лигу спасения природы. Что-то прям все по-серьезу. Они это... И в налоговую сходили, и там... Там ИП или что там, общество с ограниченной ответственностью зарегистрировали. Ну, девчонки дают. Пойдемте, спасатели природы, пора идти домой. Угу. Так. Куда-то плывет лодочка, катерочек. Интересный довольно, кстати, городок. Альба спасает природу. Это начальная заставка у нас только началась. Понятно. Что у нас дальше? День первый завершен, мы помогли спасти дельфина. Вторник, ветер перемен. Ну, давайте так. Надо пробел нажать. Так, а можно выйти? Нет. Наверное, надо было выходить сейчас, чтобы... Катсцена не запустилась, и игра смогла сохраниться. Ладно, досмотрим. Вот мы посадили дерево. Доброе утро, Альба. Блин, я себе яркость убавил. Вот зараза. Надеюсь, ты хорошенько выспалась после вчерашних событий. Доброе утро, Альба, извини. Да, нам надо говорить потише. То дедуля пытается сфотографировать птиц. Сегодня ему с этим не очень везет. Почему же тут нет птиц? Потому что тут нет еды для птиц. Угу. Ну-ка, карандаши можно погрызть, че? Школьники иногда вон этим занимаются. И я занимался, кажется, наверное. Ну, больше с ручкой, но карандаши прикольнее, они натуральней. Альба, ты не могла бы наполнить кормушку, пожалуйста? Угу. Не нужно быть наготове, чтобы сразу сделать снимок. Ага. Вернуть дельфина в море, наполнить кормушку на дереве. Так, выпустите меня, пожалуйста, да.
Теперь кормушку мы наполним. Я не знаю, будем ли мы ее наполнять, не будем. Но игра довольно милая, симпатичная. Хотя я не уверен, что она хорошо соберет. Но имеет право на существование в рамках моей рубрики «Игр от Apple Arcade» в одной такой вот обзорной серии. Прикольно. Было бы интересно посмотреть там других животных, какие есть в этой книжке. Наверное, будем их и как-то искать, что-то с ними делать. Ну а пока что, если вам понравилась эта серия, то ставьте палец вверх, подпишитесь, позвоните в колокол, поделитесь этим видео с друзьями и оставьте комментариев, да побольше. У меня есть группа ВКонтакте, личная страница ВКонтакте, страница в Инстаграме. Обязательно добавляйтесь, друзья, и подписывайтесь. С вами был пришелец Саймон. До скорого, земляне! Пока!